снимать-то на меня будет? Ты знаешь, кого ты снимаешь? Ты вообще знаешь? А? Стыдно должно быть людям. Живем в Эрфурте миллион лет. И еще понятия. Шутки такие вообще. Ну, это нормально, это хамство, я считаю. Хамство! Ничего вы кричите, не ничего. Ну а как? Посмотри, вот мы идем, вот смотри, это позорище же, посмотри, все смотрят на. Вот нам. Я нормально себя веду? Это вот ты себя ненормально ведешь. А что ты снимаешь? Ну стыд, ну посмотрите, ну ходит она под шлагбаумом. Ладно, хорош, Наташа, палимся. Все, контору спали.